Билет номер 11. Вопрос номер один. Можно ли при буксировке на гибкой сцепке использовать эластичный материал? Можно, на скорости до несколько час. Да ну нахрен. Да ну на. Запрещено, что ли? Ладно. Запрещено, так как это может привести к травмам. Угу. Понятно. Трактористы. Вопрос номер два. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины, если рычаги управления рабочими органами не имеют надежной фиксации? Запрещается. Просто тут не надо ничего думать, просто запрещается. Вопрос номер три. Можно ли работать на самоходной машине с неисправными контроля измерительными приборами? Запрещается. Потому что как ты поймешь, сколько у тебя топлива или сколько там масла у тебя? Вопрос номер четыре. Допускается ли использование открытого пламени для подогрева масла в поддоне двигателя? Запрещается. Для паяльной лампы, наверное, это можно делать. Опа-на. Вопрос номер пять. Движение по краю траншеи, оврага или крутых насыпей. Запрещается. Вопрос номер 6. Разрешается ли эксплуатация трактора, работающего с прицепом, если на нем отсутствует знак автопоезд? Автопоезд. Запрещается. Вопрос номер 7. Необходимо сделать, если ремень. Что необходимо сделать? Если ремень, его протяжка, детали крепления имеют следы повреждений. Заменить ремень в сборе. Вопрос номер 8. Асептическая повязка накладывается для защиты ран от внешних воздействий и попадания в нее микробов для обеспечения необходимой неподвижности повреждения части тела для медленного и постепенного согревания места повреждения. Так, надо вспомнить, что такое асептическая повязка. Я не помню, я не знаю. Узнал. В общем. Так, у нас уже одна ошибка есть. Yeah.